уважаемые коллеги, педагоги, мастера, присутствующие гости, учащиеся. Сегодня лучше тех слов, которые на экране не скажешь. Мне посчастливилось в своей трудовой биографии больше половины годов, а это 18 лет, проработать в стенах этого училища. Со многими здесь сидящими ветеранами я начинал свою трудовую деятельность в начале 1970 года. Шли года, и я прошел путь от мастера производственного обучения до директора училища. Вырос сам, выращивал, как говорят, наших выпускников, вносил определенную лепту в учебно-воспитательный процесс. Чем горжусь? Горжусь, как и все, весь педагогический коллектив, это нашими выпускниками. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, куда бы ни зашел, везде встретишь наших выпускников, которые с большой благодарностью отзываются о педагогическом коллективе нашего училища. И вот буквально я приводил пример, встречая здесь своего наставника, когда я начинал мастером, Николая Николаевича Щербанина. Говорю, ты знаешь, нас как Бог сегодня свел. Буквально в понедельник встретил одного мужчину, уже седой, но помнит. Говорит, а вы меня узнаете? Я говорю, нет. Ну как же вы меня не узнаете? Я дитюк из третьей группы. Самая передовая группа была в училище Николая Николаевича. Мы еще там на плацу стояли самые первые. Как приятно слышать и гордиться теми, которые уже давно на отдыхе. Но это были те, которые поднимали целину. Те, которые прославляли наше народное хозяйство, были механизаторами, выращивали добротные урожаи, орденоносные люди. У нас добрые были традиции, мы всегда их приглашали на все наши праздники, наших выпускников. И здесь в зале я видел наш выпускник Кудин Владимир Васильевич, которым мы гордились и гордимся, наверное, сейчас, что это наш выпускник, тоже прошел путь от механизатора до директора нашего аграрного учебного заведения, как сегодня говорят, нет, не лицей, колледжа, да. Поэтому я бы приводил здесь тысячи примеров, потому что я так прикинул, когда получил приглашение, что где-то уже со стен училища больше 10 тысяч вышло выпускников. Может, я ошибся, но где-то в этих цифрах. Я очень бы хотел, чтобы сегодня все мы вспомнили моего предшественника, директора училища Притулова Николая Ивановича, который сделал огромный вклад в становление нашего учебного заведения. На его плечах фактически построен этот комплекс. Очень трудное было время, очень трудное. Время вообще легкого не бывает. Но тогда было очень трудно. Здесь присутствует в зале, вот его награждали Анатолий Кириллович, который тоже принимал участие, пробивали этот проект строительства этого училища. Мешками возили в институты документацию, жили там в Киеве для того, чтобы, потому что очень трудно решался вопрос строительства училища. И благодаря Притуле Николаю Ивановичу это свершилось, потому что училище находилось в приспособленных бараках, но тем не менее учебный процесс шел. Поэтому сегодня хочу пожелать всему коллективу
творческих успехов на нелегкой педагогической ниве. Выпускникам, чтобы каждый из вас тоже в это нелегкое время не растерялся, а нашел свое место, нашел работу, нашел ту работу, от которой бы получал отдачу и государство, и семья, и сам. С праздником вас, дорогие коллеги!